Соединяйте ваше мороженое. Какое у нас, какого цвета получится? Зеленый. Вот так, вот смотрите. Вот так вот. И вот так. Ух ты! Всем привет! Вы на канале Мадемуазель из Злата и Заряна. Настя, батя, челлендж. Да, у нас с девчонками сегодня будет вторая серия телепатия челлендж. Покажите, девочки, какое у нас было мороженое в предыдущей серии, какое вы разукрашивали. Покажите. Покажи, Зарянушка. Да, а сегодня у нас будет две половинки этого мороженого. И каждому я дам по половинке мороженого. И посмотрим, совпадут опять у девочек мысли или нет. И мы потом соединим наше мороженое, да? Держите, девчоночки. Так. Сейчас мы выберем три фломастера, которыми девочки будут рисовать. Так, давайте по желтому берите. Зряночка, бери желтый. Так. Не, смотри на желтый, смотри. Как у тебя платьечко желтое. Так, давайте берите оранжевые цвета. Зряночка, оранжевый. Да, берите два оранжевых. И ты, Зарянушка, бери оранжевый. Бери. И берите еще... Какие? Какие хотите еще? По одному цвету. Нет, одинаковые. Красные. Хорошо. Так, и все. И наша перегородочка ставится. Никто уже не может подсматривать. Так, все. Не подсматривать. Кто там? Так, и у нас есть три слоя нашего мороженого. Давайте мы будем разукрашивать верхний слой. Зяночка, тихонько покажи, какой ты фломастер выбираешь. И ты, Златочка. Хорошо. А ты, Златочка? Вот это вот, Зянка, вот это вот крась. Хорошо. Давай разукрашивай. Верхний слой, да. Зряночка, ты дорисовала? Я уже. И Златочка уже. Ой, уже кто-то стол рисует. И давайте выбираем второй цвет. Зрянка, какой у тебя будет? Да вы что, рисуйте. Итак, девочки уже зарисовали второй слой мороженого, да? И сейчас третий слой. Можно выбирать любой цвет из троих, любой. Ну, давайте. Хотите так? Давайте. Зряночка, ты уже дорисовала? Ждем Заряночку. И я уже подготовила вам следующие цвета. Заряночка, а ты что там уже разошлась? Уже и вафельный стаканчик начала рисовать? Да? Нет, сейчас мы его другим цветом сделаем. И у меня есть еще вам по три цвета. Держите. Так, показывайте. Да, эти уже цвета темные. Да. Коричневый. Да. Какого цвета у вас будут вафельные стаканчики?
Какой цвет ты выбираешь, Зарянушка? Этот хорошо. Хорошо. А ты этот? Давай. Стаканчик. Дорисовали? Да. Не показывайте, прячьте. У нас еще осталась присыпка, кружочки и овальчики, да? Да. И звездочки. И какого цвета звездочки будут? Какой ты хочешь? Один. О, да? Хорошо. Златочка, а ты какой? Да. Давайте, разукрашивайте. Звездочки уже разукрасили. И у нас осталась присыпка. Выбирайте цвет. Выбирай. Давай. Хорошо. Златочка, ты выбрала каким? Хорошо. Дорисовала. И Заряночка. Ура! И теперь, ну что, убираем нашу перегородку и будем соединять наше мороженое? Давайте. Опа! Соединяйте ваше мороженое. Какое у нас, какого цвета получится? Вот так вот, смотрите. Вот так вот. И вот так. Ух ты, девчонки, у вас совпали желтый цвет и зеленый. Смотрите, как получается. Красиво? У вас желтый совпал и зеленые звездочки. Классно? Да, будет разрядочное мороженое. Да, смотрите, уже на второе видео, и у вас уже два раза мысли совпали. Наверное, в следующий раз у вас три раза совпадут мысли. Всем пока-пока, ребята! Не забудьте подписаться на наш канал. А девчонок смешит мороженое. Пока-пока, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.